Всем здорово, теневые бойцы, с вами Барсук, и мы с вами продолжаем проходить главы и сюжеты на втором аккаунте. Как видите, я уже на второй главе, но мы тогда, естественно, остановились, победили, кого мы там победили? А, сержанта, да, босса последнего, на первой главе последний босс был сержант, и, как видите, уже вторая глава, собственно, здесь я и остановился. Ну вот, собственно, мой перс, да, ниндзя Барс, вот такой вот коронавирус, да, фух-фух-шук. Записываю видос, я ночью, ребят. Сейчас у меня 2 часа ночи, и вот нефиг мне делать, я фигней страдаю. Но ради контента, только для вас, ребят, ради вас, готов пилить и пилить видосики. Давайте переоденемся и будем идти на вторую главу. Проходить вторую главу потихонечку, продвигаться. Кстати, шмотки Адзумы, видите, у меня есть. Сет Адзумы я собрал еще после того, когда я прошел сержанта, ребят, тогда оставалось 19 часов до окончания этого ивента. И сразу же после того, когда я выложил на канал видос, да, бой с сержантом там, ну, вы поняли, короче. По-быстренькому прошел ивент и собрал весь сет Адзумы. Ну, чтобы на начальных главах у меня уже был этот просто сет собран, сет завестников. Ну, так как я вестник, ребят, я воспользуюсь просто моментом и... собрал. В общем, по поводу этого, я, ребят, кто следит за моим каналом, я у себя в сообществе на канале сообщил детально, там целый текст. Так что зайдите, посмотрите, почитайте. Там даже скрин еще есть. Сейчас у меня 1676 теневухи и 10 тысяч голды. Ну, почти 11. И то там еще выживание сейчас на голду, смотрите. Выживание. Ну, блин, на начальных нету. Ну, я играл, ну, короче, подумал, потом поиграю. Ладно, давайте не буду много говорить. Сейчас посмотрим, так предложение выскакивает. Что здесь? Кстати, я же вам обещал, что вместе с вами открою на следующем видосе эпический сундук, ребят. Пожалуйста, вот, давайте сейчас как раз-таки вместе с вами я его и открою. Поехали. Так, это же все так интересно, ребят. Стёрный доспех. О, на уровне. Золоченый обруч, древесный посох. Деревянный посох древесный, говорю. Так, золоченый обруч. Узорчатый доспех стал на уровне, ребят. Но это доспех за династию, поэтому я лучше буду в доспехе Адзумы. Так, еще вот награды забираем. Ну, еще сейчас редки как раз откроем, смотрите. Давайте открываем. Рубины, ребят, я... Это все рубины. Я не донатил. Я не доначу в игру, ребят. Никогда не донатил и не собираюсь донатить вообще в жизни. Все это я насобирал. Рубины, теневуху, голду. Все он реально собирается. А те, кто там пишут, что я якобы взломал игру, да, ну, на основном Аки там, мне пишут комменты, что я взломал игру, там, бла-бла-бла. Ну, они просто не пробовали никогда собирать. И, ну, блин, ну, так как я, они не играют, ребят. Они не играют просто. Потому что я, чтобы прокачаться, я всегда не упускал никогда никаких моментов. Всегда потел, проходил, играл. О, смотрите, я еще какой-то... Ну, вы поняли, короче. Так что те хейтеры, которые говорят, что я якобы читер взломал, там, либо задонил, это просто зависть, ребят, у них просто зависть. Их давит жаба, то, что, допустим, они там играют на какой-то определенной главе, да, и видят у меня такое количество, там, почти 600к теневых, и думают, блин, вот бы мне столько. Ну, и от злости, от зависти они мне пишут всякую ерунду. Но я уже к этому привык, поэтому не буду уже обращать на это внимание. Так, здесь у меня... Все, ребят, давайте погнали. Извините, что разговорчиком вас задержал. Давайте проверим, что здесь я могу одеть. Пока что ничего. Здесь у меня закрыты, да, шлем. Шлемы. Перков у меня пока ни на доспех, ни на шлем нет. Вот только на наружку, на Яйда. Вот. Ой, на Яйда, на тенитель. Погнали, давайте пробовать. Пробовать, что получится, что будет дальше. Глава 2, нормально. Глава 2, династия. Такая сразу музычка. Как же у меня ноут шумит, ребят? Ну, блин, зато он не греется. Это ноутбуки, ребят. Ноутбуки многие сейчас шумят, даже игровые, я вам отвечаю. Даже игровые ноуты хорошие, они тоже шумят. Это для хорошего охлаждения, чтобы там ничего не сгорело, не перегорело, поэтому... Но главное, что не греются ноут. Так, давайте читаем текст. Мастер Галин, у нас мало времени. Этот легионер спас меня. Он тот, кто нам нужен. Надо сделать так, чтобы его не нашли. Это она про меня говорит. Джун, девочка моя, как я соскучился. Все, что скажешь, твоего бойца мы для начала переоденем. Я научу тебя движениям, которые помогут не выделяться на фоне народа династии. Ты сойдешь за одного из нас. Смена экипировки, правила боя, новый дом.
пройди тренировку Галина. Давайте будем пробовать проходить тренировку. Кстати, ребят, я же опять поменял аккаунты назад. То есть, вот этот вот второй аккаунт я опять на BlueStacks этот, ну, переместил, а основной опять как и был на мему. Но все равно, ребят, плавность что-то стала хромать. Плавность уже не та, как на начале. Давайте. Так. Ага. Так, хорошо. И в башкенцу ему заряжаем вторым ударом. Ребят, пока что изи. Вообще изи проходится. Пока что изи. Про этот видос я буду записывать, ребят, до босса. До босса. Кто у нас будет босс на этом? Так. Так. Да блин, я ж сделал специально один подкат, чтобы его взять потом, ребят. А как-то каким-то образом он меня там взял. А кто у нас будет здесь босс, я не помню. Ребят, я честно, я уже все позабывал. Вот, кто будет по очередности, какой противник, с кем я буду драться. Честно, позабывал. И какой босс сейчас будет у нас на пятом, когда мы добьем до пятого, да, до конца четвертого левела. Кто будет босс, не знаю, ребят, посмотрим. Так, получаем голдишко, награду, карты, да. На посох у нас спецприем, посох, повязочка и жилет. А, кимоно, ученика жилет, говорю. Так, читаем текст, ребят. Мастер Галин, нам надо незаметно попасть во дворец. Кто может нам помочь в этом деле? Помочь вам сможет только кузнец Лин. Когда-то на службе мы тайного пользовались порталами, которые он делал. Говорит нам Галин. Давайте, ребят, дальше идем, продвигаемся дальше. Не это, так. Здравствуй, Лин. Галин сказал, что ты можешь незаметно перенести нас во дворец с помощью теневого портала. Лин, Джун, ты вернулась. Ты ведь знаешь, что раньше по указу императора меня охраняли гвардейцы. Недавно их отозвали. Я помогу вам попасть во дворец, если вы защитите меня от тех, кто хочет забрать у меня теневую энергию силой. Понятно, Лин помешан на теневухе, давайте. В бой. Разберись там с кем-то, я не успел прочитать. Но в любом случае, ребят, я разберусь. Ну, вы знаете, да, что... Но смотрите, здесь, в принципе, уже плавность получше. Ну, типа... То есть, если сравнить с видосом там, где в ивент, он последний, который этот... по уроку дракона. И здесь-то он пока что, ну... Так. Плавность явно лучше, чем там. Так, хорошо. И, ребят, тяжелым мы добиваем его. Курьер Линга. Ребят, сейчас быстренько продвинемся к боссу. Там босс и все. Все будет хорошо. Идеально, смотрите. Всем, кто пьет чаеху и пьет кофеёху, вам приятного чаепития и приятного кофепития, ребят. Так, крит. Бах. Ну, верхний давайте. Ну, вот сейчас крит, смотрите. Не, да, не, давай. Блин, а где ж крит? Чё ж так крит долго не загорался? Ну, в любом случае, опять же, мы его забрали. Крит там хотя бы раз должен был загореться, хоть раз. Давайте дальше идем, забираем, продвигаемся, забираем. Все, мы это забираем, ребят. Ребят, играю без доната, то есть... Смотрите, все вот это вот я собирал без доната. Поэтому, ребят, если, допустим, там меня будут выносить, да, тот босс там, либо я ему урона не буду носить, либо он мне там с двух ударов, то, ребят, это я все собирал сам, ну, поэтому я с помощью теневух и голды, там, ну, с помощью вот этих вот всех своих ресурсов, я буду прокачиваться. А иначе зачем она тут нужна? То есть, да, я согласен, если донатишь, то, ну, типа, то это уже, да, реально, это уже чисто читерство считается. А так, когда ты собираешь сам и прокачиваешься, я не считаю это читерством, там, ну... За шкваром. Ты собираешь это, чтобы потом за эти ресурсы прокачать свой шмот, чтобы пройти того или иного противника. Я правильно говорю? Правильно. Так, давайте, ребят, читаем текст. Они придут еще, но если вы разберетесь с этой школой, то я смогу отдать вам столько теневой энергии, сколько нужно. Я разузнаю их адрес, когда этот их боец придет в себя, и обязательно вам сразу же сообщу. Хорошо. Идем дальше, ребят. Пока что легко. Двигаемся дальше. Я хотел познакомить тебя еще с кое-кем. Мой лучший ученик, он.
Он. А мы знаем, кто это он. Сян Цзы, слушай. О, коронавирус. Ой. Учитель, я прошу поединка с Ли. Что ты просишь? Ты заразил, блин, всю страну и что-то еще просишь. Ладно, ребят, не, это не смешно, я реально говорю. Этот вирус сейчас вообще не смешно никак. Даже не в одном глазу. Я прошу поединка с легионером. Я не могу допустить его присутствие здесь. Проигравший покинет школу. Галин, ты используешь право вызова лучшего ученика только из-за того, что он легионер? Сянзы, я не могу тебе отказать, но... Опять он нокает, но... Победи Сянзы, давайте, ребят, будем пробовать победить Сянзы. В какой же мы экипировке будем? Я точно не помню, ребят. Либо опять с посохом, либо я буду в своей сейчас экипе. Точно не помню, ребят. Давайте посмотрим. Он будет, по-моему, рукопашку сейчас или нет? Да, смотрите, я со своей... А, та? Ты что, Сянзы, ты что, гонишь? Ты что, гонишь, Сянзы? Ты вообще, ты знаешь, на кого ты нарвался? В рукопашку. В рукопашку он против меня, ребят. Я с оружием. Я и так скилловой. Он еще что-то хочет мне доказать, показать. Ты что, Сянзы? Не весели, а? Давай. Ой, блин. Ты меня просто позоришь. То есть, ты пытаешься мне что-то доказать, да, в данный момент? Сянзы, ну не весели, а не улыбай просто. Ты мне вообще ни одного удара просто не сделаешь. В рукопашечку. Я с оружием. Я с оружием. Барсучела с оружием, а ты в рукопашечку. Хорошо, ребят. Ну, блин, вот честно, вот я сейчас играю, знаете, и вот сравниваю с тем, когда я только-только начинал играть в Shadow Fight. Блин, так вообще просто все проходится. Я не знаю, ну... Это просто уже на автомате, знаете, выработанные вот эти вот, ты предугадываешь все, ну блин. Но все равно, ребят, интересно перепроходить, реально, интересно все это мне перепроходить. Да и для вас контентик, да, хорош, хорош. Так, хорошо, читаем текст. Сянзы, я ухожу сам, турнир 100 школ совсем скоро. На нем мы и сможем окончательно все выяснить. Галин, Сянзы должен был стать моим фаворитом на этом турнире, но теперь эта роль достается тебе, то есть мне, да? Теперь нам надо к Лингу. Наверняка он уже знал адрес школы железных кулаков. Клюков. Кулаков, говорю. Клюков. Клювов. Клюков, блин. Клювов, точно. Там Клюва было написано, ребят. У меня память хорошая. Так. У меня фотографическая память. Линг. А вот и школа железных клювов. Но на вестника нельзя научиться. Вот ведь в чем дело. Вестникам надо родиться. Ага. А вот и школа железных клювов. Но на вестника нельзя научиться. Вот ведь в чем дело. Вестникам нужно... Ты так, да, говоришь, Лин? Хорошо. Опа-на, Киба. Киба. Позвольте не согласиться. С моей школой династии больше не надо будет просить помощи у настоящих вестников. Говорит нам Киба. У Киба как бы своя школа, да? У нее есть ученички. Киба, это твоя школа? Ты же училась вместе со мной у Галина, пока не сбежала. Отрази атаку железных... О, железные клювы, ребят. Я помню, они с этими... С глефами будут. По-моему, с редкой глефой железный клюв будет, да? Насколько я помню. Давайте посмотрим. Там, по-моему, сложность была легкая, да? Все еще. Хорошо, раунд один. Да, железный клюв, смотрите. Это у нас... Хорошо. А, та урончик. Благодаря экипировочке Адзумы. Хорошо. Ребят, ну блин, вестник против вестника вышел. Ну, у него глифа, у меня нагинаточка. Вообще, пока что все изи, ребят, проходится. И заметьте, не доначу в игру, я вообще не доначу. В смысле, игра заглючила? Да, ребят, видимо, игра заглючила. Давайте я сейчас перезайду. Сейчас перезайду, ребят. Так, ребят, вот я в игре. Да, видите, сложность легкая. Угу, ну понятно. В бой, в бой. В бой, в бой, в бой. Поехали. Блин, а так хорошо в первом раунде мы затащили этого железного клюва. Ну давайте, еще раз придется против него драться. Против железного клюва. Блин, а мне кажется, или то ли я такой слевой, то ли они-то все слабые. Я не знаю, ребят.
Да ты задрал ты. Давай, 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 прям сюда прыгай. Блин, спамит своим этим флагштоком, ребят. Ничего, сейчас во втором раунде, сейчас я вам покажу, где раки зимуют. Давай, раунд 2. Железный клюв. Ты, тебе что, клюв поровнять или что? Ты что, железный клюв или что? Ты, ворона. Так. И тяжелый, ребят. Еще и крит, смотрите. Бах. Ну чё, как только что тяжеленьким криточком я тебе клюв подровнял. Нормально? Железный клюв. Так, забираем награду, ребят. Забираем награду. Во, ребят, потихонечку к боссу продвигаемся. Вообще, что-то быстренько мы проходим. Новый доспех. Что-то такое у нас. Чешуя дракона. Хорошо. Но по силе он что-то вообще слабенький. Читаем текст. Киба. Забирайте, что вам нужно, и больше не появляйтесь здесь. Моя школа недавно стала частью армии династии. Линг. Этой энергии хватит, чтобы я смог перенести вас во дворец прямо отсюда. Небольшой портал, и вы окажетесь сразу на месте. Вот так. Портал готов. Друзья, можете отправляться в любой момент, как захотите. Теперь марафоны короче и побеждайте боссов дня... А, это понятно. Это этот пропуск. Так, Джун нам сообщила, что у нас достойный соперник. То есть, там, по-моему, она нам предложила что-то переодеть. Типа, видите, сложно уже. Это босс сейчас будет, да, или что? Здесь что у нас? 25 тысяч. Так, смотрите, у нас же... Не, а ну-ка, давайте посмотрим. Блин, а я, ребят, кстати, там же миссии, да, еще? А я их не прохожу. Я реально их не прохожу, ребят. Я просто не знаю, когда этот стрим запустить, блин, чтобы вместе с вами миссии попроходить. Не знаю, честно, ребят. Поэтому вот приходится так вот записываю сюжет и тем же самым пропускаются миссии. Блин, печально. Давайте посмотрим, что там вообще по миссиям. Миссии. Блин. Да, точно. Блин, там же, когда я на первой главе играл, там тупо я все миссии, ребят, пропустил. Абсолютно все. Ни одну миссию я там не прошел. What the fuck? Блин, ну ладно, ладно. Давайте, идем в бой. Победи. О, ребята, Иту, ребят, у нас Иту, смотрите. Точно, Иту. Родной, как дела, как жизнь, а? Как поживаешь? Давно не виделись, очень давно. Старый друг. Джун, он не тот, кто нам нужен. Он был здесь вчера. Это он украл сферу. Иту, успокойся, он был со мной все время, а ты должен был охранять сферу до нашего появления. Сферы больше нет, и во всем виноват твой друг. Теперь я не буду с ним церемониться. Иту обвиняет меня, да? Смотрите, легендарную карту нам дадут, если мы победим Иту. Ну давайте, на сложном сейчас попробуем его затащить. Так, на сложном, хорошо. Получается, он будет отхиливаться, нужно нам будет перепрыгивать во время того, когда он будет отхиливаться. Давайте пробовать. Я не знаю, что за это время пока этот изменили с этими боссами, понерфили. Так. А чё мы по урону ему будем носить? А, та. Так. Хорош. Ага. Хорошо, ребят, нижний мы... Что-то вообще пока изи, ребят. Ребят, и напоминаю, что это без доната. Без доната, еще раз повторюсь. Прохожу я без доната. Шмотки с ивента, с марафона. Давайте, поехали дальше. Помню тогда, как я с ним мучился, ребят. Интересно, ему оружие вообще можно выбить? Ребят, как думаете? Это я зря, конечно. Так. Давай. Прям оба-на. Хорошо. Ребят, что-то вообще быстро побеждаю. Вообще. Почему так? Подождите, что-то, блин. Почему так происходит? Тогда я помню, я вам отвечаю. Блин, ну дня 3 это точно. Вот на том аккаунте, когда я его проходил, дня 3 я его не мог пройти. Так. Хорош. Хорош.
Та, ребят, вы что, гоните или что? Это что за босс такой? Иту, что с тобой? Мне тебя жаль стало, жалко. Он даже не, блин, не успел отхилиться, блин, за все эти три раунда. Потому что, блин, я ему не давал и этот. Все, ребят, пятый левел, вообще на изи. Четвертый уровень, вот, во время того, когда я играл на четвертом, до пятого. Вообще все противники какие-то легкие были. Ну вы сами видели, вообще на изи все проходились. Хлыст, легкие сабли. Опа, а, ну да, легендарная печать. О, ребята, смотри, 455 по силе она стала. Он стал, точнее, доспех. Ладно, слушайте, прошлой ночью я услышал шум в тронном зале и поспешил туда. Там я увидел твоего друга, и он был не один. Их было несколько. Все в теневой форме. Меня вырубили сразу, когда я пришел в себя. Ни Императора, ни Сферы не было. Джун. Нам надо идти к Галину. Я не знаю, что придумать. Мне все это начинает казаться каким-то сном. Ну, у меня и голос. О, смотрите, видите, уже невозможно. Ну да, понятное дело, вот ты продвигаешься, тебе в любом случае нужно будет прокачиваться. Вот. Потому что уровни-то прокачиваются. Чем выше уровень, тем больше, ну, сложность. Сложнее сложность, скажем так. Так, печать демона. Так, смотрите, допустим, 337, если я прокачаю. 392, нет. Здесь по шлему 283, а если 312, да? Угу. 312. Что по перкам? Ядовитая кожа. Хорошо, пускай будет. А что у нас здесь есть на доспех? О, смотрите. О, и спринт. Я ж в магазине, ребят, спринт купил вчера или когда. Вот. Купил спринт, потому что я знал, что мне в любом случае пригодится, потому что я буду проходить главу династии. Здесь что у нас? Ага, здесь у нас на шестом уровне Гуандао Стражника. 460. Ну, пока что я этот посох не буду, мне с Нагината неплохо. А ну-ка, давайте максимальную силу свою сейчас оденем. И проверим, что там будет вообще по сложности. У нас глава 2 безумно. Ведь уже безумно. Но пока я вообще ничего не буду прокачивать, сначала я попробую, ну это уже в следующем ролике, ребят, попробую на безумно там подраться. Текст, я сейчас туда не буду заходить, чтобы текст не высветился, не прочитать. Не проспойлерить, скажем так. А там если чё, то чё-нибудь да прокачаю. Почему бы и нет, ребят. Все эти средства собираются ради того, чтобы чё-то прокачивать, если ты не сможешь там кого-то победить. Но, ребят, я уверен, что, блин, я буду даже и на безумном побеждать, наверное. Посмотрим, посмотрим, ребят. Так, ну что ж, на этом ролик я этот буду завершать. Следующий ролик по этому аку, аккаунту, ждите когда-когда. Сегодня у нас, сейчас посмотрю, уже пятница, да? Ну, ребят, субботу, завтра ждите. Сейчас у меня 2:30 ночи, я записываю ролик. Да, ребят, ждите видос по этому аку уже в субботу, аккаунту. Вот. А сегодня в пятницу, ну то есть сегодня по дню, когда я высплюсь, ну может в обед, не знаю, когда проснусь, я запишу урок дракона, только уже престижный режим. Тогда я записывал обычный режим, и он у меня уже есть на канале. Вот. И сегодня я буду записывать престижный режим. Блин, еще на этом аккаунте нужно будет поиграть, да, в ивент? А, кстати, давайте, блин, он заглючило что ли? Не, ребят, не заглючил. Посмотрим вообще, что у меня прокачается, допустим. Если я поиграю на этом, так, в ивент. Сабли на уровне, только по атаке они будут и по критическому шансу больше, хорошо. Доспех слабее. Шлем сильнее. Ну, да, знаете, почему так произошло? Почему так произошло? Вот почему вот так вот произошло? И почему произошло вот так вот? Потому что если бы я за день до этого ивента получил бы, допустим, вот этот, ну, прошел бы, да, и получил бы, допустим, вот этот печать демона, он бы, типа, стал бы самым сильным, потом на следующий день бы, допустим, запустили этот ивент, да, урок дракона, и, возможно бы, доспех не был бы слабым, а стал бы еще сильнее вот этого вот печать демона, да. Ну, фиг знает, ребят. Хотя плюс, знаете, в чем? То, что если он и будет, ну, типа, если он и будет таким слабым, да, слабее этого доспеха, то
за фигню жетонов я смогу этот доспех прокачать. За фигню жетонов. Это доспех, снежный дракон. Доспех. Доспех дракона. Наставника, да? Хорошо, ребят, давайте я уже буду реально завершать здесь, что... Лотос... А, смотрите, 7000. То есть он стал на уровне. Ярость тигра. Он у меня есть, но, блин, ну, и мне предлагают... Ну, тут он... Тут его просто прокачать можно, да? Прокачать. Угу. Это что у нас? 1100 слабое, металки. Так, предложение. Что у нас в предложениях? Просто чисто ради интереса. Молот. Молоты, ребят. Костоломы. Доспех. 900 теневухи. 10... А что у меня по легендарным ключам вообще? 9, то есть... Ага. Понятно, понятно. 9 ключей. Блин, мне кажется, или на начальных стадиях прохождения легендарные ключи долго, дольше собираются, чем когда ты уже все прошел, и ты уже прокачанный. То есть, не знаю, может это мне так кажется, фиг знает. Все, ладно, народ. Ребятушки, ребята. Буду я завершать на этом ролик. Когда выйдет следующий видос по на втором аке, я уже говорил, то есть в субботу. Сегодня в пятницу выйдет видос по ивенту Урока Дракона, а именно престижный режим. Все, всем спасибо за просмотр, ребят. Подписываемся обязательно на канал, те, кто не подписан. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать мои дальнейшие видосы. Прожимаем лайкосы. С вами был Барсук, и всем пока.